Всем привет, ребят, с вами Лего, и, в общем-то, после того, как мою пирамиду захерачили в прошлом ролике, я вернулся на первый Rust Club, и мне реально стало теперь интересно играть. Сейчас я объясню почему, и думаю, вы поймете. Во-первых, Rust Club начал обновляться в очень хорошую сторону. Я сейчас запишу такой ролик, призыв. Поэтому, ребята, если вы новички или те, которые люди умеют играть, советую вам прийти на сервер Rust Club, именно на первый сервер. Он будет неделю работать в тестовом виде. После недели вы уже сами скажете, канает эта тема или нет. Я сейчас подробно буду потихоньку рассказывать, что вообще изменилось и что вообще будет изменяться. Во-первых, посмотрите верхнюю таблицу. Она стала более масштабней. Как теперь выглядит самолет, как теперь выглядит вертолет, сколько слиперов на сервере. Все это изменилось, я считаю, в лучшую сторону. Причем это плагины самописные от Rust Club, то есть самого сервера, и то есть, ну, они ниоткуда не взяты. То есть, есть, допустим, сервера, которые сидят на другом хостинге, там все готовенько эти сервера штампуют. Здесь сервер всегда отличался тем, что постоянно все пилилось новым, там пацак что-то мутит. У нас, по-моему, есть киты, если я сейчас не вспомню или вспомню, там что-то ломает, давайте посмотрим. Вот, новые киты стали, просто вообще классные наборы премов, набор еды, набор оружия. Так, это расклабовские. Белхклаб недоступен, топ недоступен. Так, вот с этим надо менюшкой немного поразбираться. Набор для премклад, ид, сапли, ресурс, сори. Кит сори есть, но он недоступен, потому что незачем, как бы... Говорит Китсори, вот есть какие-то оружия. Ну-ка, давайте посмотрим, что нам дали в какие-то оружия. Опа-на, примет будет доступен, когда наступит металлический век. А вот об этом я вам расскажу тоже подробно. И очень классно, вот эта вот фишка. Это знаете, это реально теперь Rust становится игрой выживания. Теперь мы опять сможем вместе с вами выживать. Неважно, какой-то вы там супердонатер или просто обычный игрок. Сейчас я буду объяснять, почему и как, и с чем кушать сервер Rust Club. Первый, это вот как бы такой виток. Я надеюсь на вас, ребят, что вы зайдете. Сегодня, именно сегодня был вайп, поэтому я даже не буду его монтажить. Я сейчас буду бегать, потихоньку рассказывать и, наверное, пойду где-нибудь построю домик. Я еще раз говорю, я надеюсь, что вы прямо сейчас зайдете на сервер. Это вот такая жесткая реклама, жесткий пиар-ход, потому что я хочу сам лично поснимать здесь, на этом сервере, чтобы здесь был онлайн до небес. Именно на первом сервере, потому что только на первом сервере пока в тестовом виде стоит вот эта эволюция. И я потихоньку буду объяснять ее, в чем ее приколы. Во-первых, тут понятное дело, что теперь выглядит вот так вот, чувачки выглядят в таком плане расклад. В правом нижнем углу добавили лейбл. Что я еще могу сказать по серверу, что изменили? Есть киты, они теперь выглядят так, расслабовские киты, все очень круто, все очень доступно, все очень понятно. То есть, если у вас есть там прем, то вы можете себе выдать прем. Нет у вас прем, у вас будет написано недоступен, выбрать набор, вот сапли, ресурс, про и light gold items. Это как бы не влияет на ту составляющую, когда вы начинаете в самом начале играть. Единственное, что понятное дело, вы там добыли себе ресурсов только больше из кита, чем обычный игрок. А на оружие это не влияет. Почему? Потому что мы прописываем сейчас help. Смотрите, help. Я прям даже вам почитаю. Система эволюции. На сервере действует поэтапная блокировка перемещения предметов в нижний тулбар и тулбар одежды, тем самым имитируя псевдоэволюцию. После вайпа через определенные отрезки времени переключаются режимы, называемые веками. Теперь мы сейчас находимся в деревянном веке, так как прошел вайп на сервере Rust Club. И, естественно, мы можем пользоваться только теми вещами, которые самые стартовые. Каменный век начнется завтра в 5.09. утра, металлический век начнется завтра вечером в 5, и технологический век начнется послезавтра в 5, где начнется уже война лютая. Описание сервера до 3 человек, нарушение бан, это я вам говорю, не задодосит, добыча X3, компонент X3, переплавка X3, день длится 60 минут, ночь 10 минут, карта барн, кстати, карта для слабых ВК-тек, еще и с деревянными веками, вы можете посмотреть, что может быть открыто в каждый век, вот это
просто вот я ждал просто этого, серьезно ждал такого какого-нибудь раста, где можно было бы попилиться. Далее что? Умная система апгрейда построек, ну, это понятное дело. Я еще раз говорю, зайдите, посмотрите, здесь очень много плагинов уникальных, которых просто нету на других серверах. Система телепортации, это все предельно просто. Система гниения, здесь шкафы, 4 часа объекта, 6 часов, соломенный фундамент, 4, 8, металл, 12, бронь, 16. Фундамент, если в радиусе 30 метров нет двери, открытых в течение 24 часов, это условие гниения. Тоже очень классно, что вы можете потом подойти... И даже если какой-то чувак не играет, вы дождетесь его гниения и заберете на халяву себе весь лут. Итак, деревянный век, поехали. Во время действия данного века не летают вертолеты. Заблокированы для перемещения следующий список предметов. Из них в следующем веке будут доступны. Вот, в общем-то, получается, что у нас там заблокировано в деревянном веке. Практически все заблокировано. Потом в каменный век переходим. Заблокирован, вот это вот разблокируется, блокируется вот это. Потом вот это блокируется, разблокируется вот это. И в технологичном это все, блокировка полностью отсутствует. Летают вертолеты, начинается полная жесть. В металлическом веке не летают вертолеты. В каменном веке тоже не летают вертолеты. В деревянном тоже не летают вертолеты. То есть у вас как бы просто начинается мир, в котором вы начинаете жить, в котором вы начинаете развиваться, ну и, в общем-то, все в таком духе. Вот самое фиговое, что я написал, кит-ган, там что-то кто-то взрывает, сейчас замутим себе лук, замутим броню, оденем ее обязательно и, наверное, куда-нибудь повалим, постреляемся. И еще изменили всякие топоры, интересно, слэш-скин есть? Слэш-скин есть, я могу зайти в скины и поменять себе, что хочу. Но мне нужно, конечно, дождаться, чтобы все это дело догрузилось. Пока это не загрузилось, я, к сожалению, скины не вижу. Так, это железное. Наступил деревянный век. Ну, это понятное дело. Я уже об этом вот сейчас рассказал, что в деревянном веке теперь все бомжи равны. И играем уже в настоящий раст, то есть в фарм раст. Ну и вообще напишите, пожалуйста, что вы хотели бы видеть еще на сервере Расклаб, что бы вы хотели бы увидеть, чтобы добавили разрабы клаба. И жесткие они обновы готовят в скором времени. Так что, когда ребятишки пойдут в сентябре в школу, начнется просто жир, начнется просто реально тема. Так вот, на клабе, в общем-то, сейчас играть стало комфортнее. Во-первых, оптимизацию завезли. Во-вторых, так, я сейчас сделаю стрелы. Во-вторых, что еще? Во-вторых, получается, вот деревянные века и так далее, и так далее. То есть вы теперь не бойтесь, что вас сразу зарейдит. Вы можете минимум даже поиграть 2 дня. С вами практически ничего не случится. Но еще раз говорю, это все надо тестировать, и чтобы понимать, интересно ли будет это вам, прежде всего. Если, понятное дело, вам будет это неинтересно, никто играть не будет. Я же не буду один играть. Как бы я бы не пытался бы там распиарить сервак, да, то если вам неинтересно, какой смысл мне жопу рвать и пиарить его? Это же, по-моему, понятно. Единственное, что вот мне сейчас придется заново собирать ресурсы, заново развиваться. Вот я сейчас хотя бы лук сделал, броню уже деревянную сделал. Я знаю, что в деревянном веке, слава богу, меня никто не придет и с калаша не завалит. Потому что, мать его, все деревянные века. Деревянные века. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Единственное, что некоторым людям не нравится, что на первом сервере, как раст обычный, по-моему, строиться можно было, да. Видите? То есть, я имею в виду раст обычный, как и на официалке можно строиться. Там у него крыша не сделанная, я поэтому-то и полез. Поэтому можно на старте подрейживать. И шуточки мутить. Шуточки. Блять! Ну что же? Вот сучка. Эй, вот сучонок. Я уже мог его зарыдить хату, прискиньте. Но не получилось. Деревянный, мать его, век. И он сейчас выходить не будет. Он там что-то микрофон говорил еще. Так. У меня все есть. Еда есть. Могу, в принципе, отправляться дальше. Там кто-то что-то взрывал, вы слышите? Брэдли мы, наверное, скоро увидим. Брэдли я обязательно сниму, возможно, как я его зарыжу или еще что-то. Это будет очень интересно выглядеть. Возможно, устроим какую-нибудь войну за танк, который в новом видео. Это он там и бахает, получается. Сейчас попробуем. Это он на туре и бахает. Сейчас мы до него дойдем, и я покажу Брэдли. А я думаю, кто подбахивает? Это же Брэдлик. Это же, мать его, Брэдлик бахает.
Опа-на, опа-на. Два чирика, не будем их трогать. Не будем, не будем, не будем их трогать. Нам нужно дойти до Брэдли. Тем более, не факт, что они... Так, они с луками. Да идите в баню, а. Вот бра... Вот... Ох, там револьверы пошли, да? Получается, револьверы в деревянном веке можно, да? Что-то я тупанул тогда. Получается, максимум до револьверов можно развиться в деревянном веке. Так, что ли, получается? Или что это вообще стреляет-то? Я что-то не понимаю. Там чуваки строят хату. Видели, я тоже здесь сейчас построю хату. Я реально здесь тоже сейчас построю хату и буду возле Брэдлика жить. Ё-моё. Это очень жестко. Сейчас вот здесь вот построю. Обычную халупу какую-нибудь. Я тут камень собирал. Здесь поставлю set home. Так. Ё-моё. Дом установлен. Погнали. Вы слышите, что там вообще происходит? Давайте посмотрим на Брэдлик. Я его сам-то не видел. Ни разу. Ну, в смысле, я катался только на нем, а не видел, что как он работает. То есть, как стреляет или как из пулемета гасит. Очень интересно посмотреть. Он там, наверное, уже всех перебил. Вот сейчас я тут прибегу, и он тут как с разворота даст мне только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Брэдлик. Где ты? Как все красочно стало, красиво. Опс. Они его бобовками, что ли, взрывают? Или что? Кто-то кого-то взрывает, я не понимаю, что кто кого взрывает. Брэдлик же не должен здесь ездить или должен? Тихо, я же слышу, как гусеницы. Арбалеты. Нормально, а что он хотел против Брэдли замутить-то? Ой-ой-ой-ой! Да ну нафиг! Ребята, приходим все сюда, здесь Брэдлик ездит! Бам-бам-бам! Фига, он лютует! Где он? Он меня сейчас просто зашкварит! Я хочу его посмотреть. Где ты, красавчик? Вот он, вот он, вот он. Воу-воу-воу-воу. Ё-моё. Вот это выстрелы. Бэнч, 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 бэнч. Чё он там делает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё такое? Что пишет ТП? Так, 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 так. И как они хотели этот Брэдлик уша... Здорово, ты видел Брэдлик? Я тоже. Ты видел Брэдлик? Такой бежит. Я тоже. А, это же можно костер мутить. Так. На среднюю кнопку мыши нажимаю, вылетает этот. О, можно погреться здесь. Приготовить что-нибудь. Вообще. Как мне сейчас... О, здорово, братик. Сопля! Все равно меня убьют. Нахрена ты спрыгнул-то? Инакеша! Вот это вот лут, когда выбрасываешь, ты видишь, что когда делается. Это тоже плагин такой. Очень хороший. Он что, сюда едет? Вон он, вон он, вон он. По кому он нашмаливает? Слушайте, мне нравится этот деревянный век. Все пытаются, Брэдли, что-то с ним сделать. А что ты с ним сделаешь в деревянном веке? Ничего. Ребята, заходите на сервак. Ждите деревянный век. И потом просто пойдем кромсать Брэдли. Я вам говорю, что завтра буду записывать Раст. Встречаемся здесь. А, пофигу, что Макстрим, мы будем убивать Брэдли. Понятно? Кто хочет, можете мутить со мной. Единственное, что плохо, это вот это вот мы возьмем и сейчас вот это здесь спрячем подальше. Мне пешку жалко. Ребята, я, кстати, сейчас оставлю тайник. Если меня убьют, вы заберете, хорошо? Сейчас самолет, аэродроп прилетит. Посмотрим, смогу ли я его забрать.
как он там все патрулирует, что можно. Так, получается, я от выхода иду. Я хочу спрятать, Я хочу спрятать туда пешку и прочую. Вот это колбас. А, там соседи. Там соседи, я возле этих жестких соседей живу. Сейчас пойдем к Брэдли сходим еще. У меня кирки тут хорошие, мечи, топоры. Поехали. Чпонькс. Пока все сюда, пока буду сейчас все таскать. Закапываем. Так, сюда что? Камень. Так. И кирочку пока ставлю хорошую. Хотя дерево я на изи могу нарубить. Лучше вот так вот. Ну и все. Вот это надо забрать. Все, теперь можно выкинуть. Теперь погнали. А аэрчик летит. Это выкинуть. Все, пешку я сохранил, по идее. Все сохранил. Сейчас можно пойти драться за аирдроп. Не знаю, получится, нет. Так. Там я даже никакие эти-то не поставлю. Преграды. Я еще его скинул на место, где Брэдли будет ездить. Ну что, вы готовы? Повоевать за аирдроп. В мире танков, блин. Так, поехали. Так. Поехали. Сейчас попробуем добежать. Не дай бог, он сейчас сюда поедет. Это сразу до свидания. Че, я тут живой? Он там просто по центру катает и все. Давайте попробуем здесь сходить. По центру просто катает и все. Чпонькс. Вот здесь можно засады устраивать. В этом офисном здании. Сейчас я где-нибудь наверху засяду. Хотя чё понту-то сверху засиживаться? Там надо сейчас уже аирдроп брать. А я куда-то пошел не туда. Завод кобальтский, блин. Сейчас буду выходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут же дверь открыта. Чё по аэру? Аэр, ты где? Вот он летит. Я так понял, я здесь не один такой умный. Камеру уже нашел. Нормально. Тихо. Тут кто-то есть. Здравствуйте. А что ты там пытался найти? Вот, спасибо. А что ты у него хотел броню стырить? Где Брэдлик? Так. Пока Брэдлика нету, прячемся. Вот это рил выживание стало. Никого нету таких жестких. Ходишь тут с деревянном веке. С деревянными приколами. Ссылку я ставлю, ребят, на сервер в описании. Заходите прямо сейчас. Сейчас уже 48 человек. Чем больше зайдет, тем... будет нам всем веселее и угарнее. Это не открывается. Так что не парьтесь, то, что тут теперь, ну, там, допустим, есть донатеры, вам от этого все равно толку-то нету. Вы в деревянном веке изи фармите, так же, как и все. За деревянный век уж точно можно изи нафармить. Вот я сейчас уже на пешку нашел себе. Веревка, металлолом. Ух ты, шьё-поё. Опа-на. Чувак. Чувак топает. Вон он сидит. Сейчас я ему попробую. Сейчас я ему попробую втащить. Ну куда ты пошел-то? Опс! Я его сейчас с меча буду валить. Ух ты ж! Закрыто, блядь. Закрыто!
Там только один вход есть. Сейчас не будем ему давать выйти и все. Один вход только сюда. Да блин. Здорово, кореш. Ну ты в натуре. Все, я побежал. Давай, кореш, пока. Лут важнее всего. Там Брэдли стоит. Нет! Нет! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Он что, по мне кинул? Уходим, уходим, уходим! Нормально вообще, что творимо? Так, нам надо сейчас это дело закопать. Или начать уже строить наконец-таки дом. Хватит уже жестить-то, а? У нас тут война за Брэдли. В принципе, ладно, аирдроп я залутал. Сейчас попробую показать Брэдли как-нибудь. Офигеть, я уже турель могу сделать. И чё, я играю 20 минут на сервере, не построил дом, уже могу турель построить. Турель! Я сейчас все скину. И закрою стеной просто, и все. Турель уже могу просто поставить на своей базе. Кстати, говорили, что здесь боты будут. А, я забыл сказать, ребята, здесь боты на РТ включат. Заходите, точно, боты сейчас появятся. Скоро появятся боты. Технологический, технологический. Так. Айма технологический. Сейчас бы в открытом доме мутить. Так. Так. Сейчас пойдем дальше. Так. Чуть-чуть рубану топориком. А то не хватает чуть-чуть. Сейчас поставить надо шкаф. А то там Брэдли что-то жестит. Чу-чу. Чу-чу. Ты что там делаешь? Так. Remove home 1. Set home 1. Все, поехали. Я мегастроитель просто. Просто мегастроитель. Блин, уже время 6 часов вечера. Не успей, наверное, показать Брэдли. Фу, на самом деле, люто вообще. Просто люто. Сейчас подойду туда. Посмотрим. Уже все темнеет. А того пацана прикольно запустил туда, и он выйти не мог. Аирдроп залутал. Вот это сегодня мой день. Сегодня я прям как это, в режиме стелс. Хожу на завод, добываю ресурсы и обратно уношу их. Эх. О, там еще кто-то ходит. 52 человека, а все здесь Брэдли хотят смотреть. Тихо. А где меч? Так, я с мечом. Бах-бах-бада-бах. Здорово. Здорово. Пацан, вы можете это сейчас происходит? Почему здесь танк катается? А где он должен кататься, мой шкальник? А где? А где он должен кататься? Мистер Шкальник, скажи, а где ему кататься?
Я не знаю. Чувак, стой! Да, стою! Пойдем танк побьем! Пойдем! Давай! Побьем его. Бери лут у него! Пошли танк бить кирками! Кирки берем, я топор двуручный, погнали танк бить! Да! Зарейдим его! Пойдем рейдить танк быстрее! Пошли! Как Чип и Дейл! Идешь рейдить танк? Быстрее только! Хорошо? Он берется, я его боюсь! Пошли, бери просто, бери топор и будем зарейдить его! Хорошо? Перебежками, перебежками! Хорошо! Прям на него запрыгиваем, прям на него, хорошо? Давай ты первый, а я тебя сниму, как ты? Давай быстрее, ты первый, я посмотрю. Давай. А ты Лего? Да быстрее уже прыгай, иди. Он танк зарушил. Что? Меня за флайхак выкинуло. За что? Какой еще флайхак? Я на танк залез. Пиздец. Ну же. Тихо, 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 тихо. Тихо, братан, братан. Тихо, 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 тихо. Я покоритель танков. Да, да, да. Да, да, да. Куда он будет смотреть? Можно бить танк, фаста. Пейнч. 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 Я зарежу его! Сейчас зарейдим танк, пацаны. Быстрее запрыгивай. Все, долбаем. У тебя есть что-нибудь? Есть что-нибудь у тебя? Тихо, 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 не двигайтесь, не толкайте друг друга. Не толкайте друг друга. Лего, это ты? Да, здорово. Кто по мне стреляет? Нихуя себе. Зачем ты стреляешь, что мы танк рейдим? Алло. Что за не стреляю, бля, меня сейчас убьют. Столько ресурсов. Короче, я нашел баг, как можно изи зарейдить танк. Подходишь к нему просто с каким-нибудь убил, автоматом и пистолетом и просто убиваешь. Нет! Ты был мне как брат! Ну что, ребят, с вами был Лего. Вот такой вот веселый ролик у нас сегодня вышел. Всем пока-пока.